и всем изумруд, но с вами я, Джокс, и сегодня в этом видео вы увидите эволюцию голоса Томки, начиная с 2015 года, то заканчивая 2023 год. Ну а еще у Томки есть два канала, и первый, который я буду разбирать, это Томка Геймерс, так что я начинаю, всем приятного просмотра. Всем привет, друзья, с вами я, Тимка, и в очередной раз я решил испробовать себя в кое-чем новом, так как я заметил то, что гриф и разные троллинги вам не понравились, так что я решил немножко изменить тему и сделать ее намного смешнее, интереснее и так далее. И, в общем-то, ребят, я надеюсь, вам понравится. Если вам понравится, давайте поставим лайк. Если наберется более 8 лайков, то я продолжу рубрику. Менее 8 лайков, то я, разумеется, ее не продолжу. Так как, если вам не нравится, я не снимаю, в общем, ну, то есть эту рубрику. В общем, ребята, я вам могу сказать то, что мы начинаем. И пожелать вам приятного просмотра. Всем привет, ребята, с вами я, Тумка. И сегодня мы достигли того самого числа, до которого мы уже шли около 3 месяцев. Хочу, во-первых, выразить огромную благодарность за то, что вы есть, за то, что вы со мной, и за то, что вы мне как моя вторая семья. Вот мы появились, играем мы на Хайпикселе на карте под названием Steampunk. Почему-то мне поначалу показалось, что это Дуарвен, но, блин, тут две карты, которые очень сильно похожи друг на друга. Я все время путаюсь, какая из них является какой. Всем привет, ребят, с вами Атумка, и сегодня мы поиграем в Skywars, и сегодня я буду играть с одним очень крутым модом, который показывает, сколько кликов я делаю в секунду. Сверху слева будет находиться индикатор, который будет показывать то, сколько кликов я делаю в секунду, и этот мод я решил установить, так как многие в комментариях под последним роликом просили меня об этом. Ну и также я установил парочку других вспомогательных модов, но и в принципе это не важно. Привет, ребят, с вами Атумка, и со мной сегодня Непикс. Всем привет! И добро пожаловать на вторую часть выживания на этой очень крутой карте, название которой я уже забыл. Ребята, карта очень офигенная, вроде бы она вам понравилась, даже Непикс. Да. И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Тумка, и наконец-таки добро пожаловать на новый ролик на моем канале. Со мной сегодня Неос, поздоровайся. Всем здорово. И, ребята, почему же целую неделю не выходили ролики на моем канале и вообще почему не выходило выживание? Дело в том, что те, кто не следят за моими соцсетями, не знают о том, что я болел и лежал в клинике. Поэтому у меня не было возможности записать с Неосом видос, и мы не могли записать продолжение этого выживания. Где он? Я не вижу его! Я не вижу! Подожди, куда он пропал? Я не вижу! Нет, я упал в воду! Стой, не подходи ко мне! Боже, как мы вообще попали в этот проклятый мир с этим проклятым маньяком! Мы вроде как они спрятались. Все, подожди, я вижу его ник! Мне кажется, он идет. Ну, чувак, мне кажется, капец, он идет. 2 часа уже от него убегаем. Да стоять, не ушел! Куда пошел? Маничел, маничел, смотри, вот он маньяк. Наш, оказывается, убийца сходил все это время. Ну давай. Удари меня, маничел! Да. Хей-йоу, всем привет, дорогие друзья, на связи я, Тумка, и все, что вы видите, это мою голубую кровать и мою элитру, потому что больше вам видеть и не нужно. Мы играем в Майнкрафт, это битва гриферов на сервере Raidmine, и прямо сейчас будет реальная жаришка. Как видите, у нас очень много оппонентов, которые пришли сюда, чтобы подраться, чтобы устроить настоящую битву гриферов. И если вы не знаете правила этой мини-игры, то у каждой команды имеется своя кровать, которую нам нужно защищать, построить свой секретный бункер и пытаться всячески найти все бункеры остальных и попытаться их убить. Сейчас мы посмотрим, как в разном возрасте играют в Майнкрафт и попытаемся найти себя. В самом начале мы посмотрим, как люди в разном возрасте строят дома. И начинаем с 5-летнего, который, о, понимает, что наступает ночь и нужно срочно строить бункер, чтобы заныкаться от монстров. И что он будет делать? Да, то, что делал я, когда мне было лет 12. Я просто строил вот такую вот яму и в ней заныкался. Стоп, откуда у него алмазные блоки? Откуда у 5-летнего алма? А, все, я все понял. У него старший брат, который, видимо, научил его пользоваться креативом. Теперь он уже вместо обычных подземных бункеров строит настоящую базу из алмазных блоков, и все. Хм, эта страница недоступна. Может поискать что-нибудь другое? Хей, всем привет, друзья, с вами я, Тумка, и вау, как же я давно этого не говорил. За последние полгода я научился говорить эту фразу каждый день, я считал ее смыслом своей жизни. Но, к сожалению, как вы уже могли заметить, мой канал на ютубе забанили. В этом ролике я буду проходить Майнкрафт, пока 6 охотников будут пытаться меня убить. Но знаете что? Существует небольшой подвох. Каждые 60 секунд Майнкрафт будет автоматически менять мой размер. Я могу стать гигантом с огромной скоростью, а могу стать маленьким, но очень скрытным лилипутом. Так, перед вами сейчас 2 ютубера, которые только что меня закрыли в самой защищенной тюрьме в Майнкрафте, которая с виду кажется обычной бедроковой тюрьмой, но на самом деле это не так. Ведь они подготовили самые опасные ловушки в Майнкрафте для того, чтобы меня убить.
Добро пожаловать в самую адскую тюрьму, дружок. Сегодня ты умрешь. А что вы мне прикажете делать? Я в какой-то бедроковой комнате. И что вы мне здесь прикажете делать? Слушай, Тумка, я давно хотел тебе сказать. Прощай, нуб. Ну а на этом я заканчиваю мой видеоролик. Надеюсь, что вам понравился. И вы поставьте лайки и подпишитесь на канал. Ну, с вами был я, Аджитокс. Всем удачи и всем пока.